«Тень прошлого преследует Фазилет». Было бы здорово, если бы Игыс выступил против Синана после того, как узнал правду. Хазан также является целью Егиза, который взрывает все, что он до сих пор подавлял чувством братства. Особняк, в котором происходит драка между Синаном и Егизом, переворачивается с ног на голову из-за новостей от Идже. Идже, которую спасла полиция и доставила в больницу, обвиняет Селин в похищении ее ребенка, что вызвало хаос. Селин, которая, как всегда, доверяет своему отцу, на этот раз попала в самую точку. В то время как Фазилет, сошедшая с ума от того, что случилось с ее дочерью, преследует пропавшего внука, тень прошлого преследует и ее. Синану, достигшему финальной стадии своего плана, снова нужен Егиз, чтобы нанести ему последний удар. Конец пути Хазан и Егиза. В то время как жестокий план Синана превращается в шокирующее испытание для Егиза, испытание Хазан становится более суровым, поскольку ей нужно сделать правильный шаг в нужное время, чтобы защитить Егиза. В то время как Егиз полон решимости противостоять всей буре в одиночку, Хазан изо всех сил старается не оставлять его одного. С другой стороны, хотя Кудрёт преследует Фазилет, внимание Гикхана теперь сосредоточено на Кудрёте. В то время как бесконечная ненависть Селин превращается в кошмар для Идже, Фазилет теперь должна противостоять ущербу, который она нанесла своим дочерям. Столкновение Фазилет со своими ошибками ставит Егиза лицом к лицу с истиной, которую он никогда не ожидал. Егиз узнает правду. Заметив отсутствие Идже, Хазан и Фазилет идут к Хазиму, не зная, что делать, в то время как отсутствие Идже заставляет Хазан построить стену против Фазилет. Фазилет, которая убегает от столкновения с Кудретом, не осознает опасности, которой она подвергла ни Есимин, ни себя своими беспорядками. Хазан решает действовать тактикой своей матери и делает шаг, который шокирует Егиза в его жизни. Хотя эмоциональное давление Синана на Хазана очень велико, Егиз расскажет всем правду, которую он узнал. Руки Хазима связаны из-за гнева Егиза. Хазан и Егиза ждет тяжелое противостояние. Хазан подчиняется Синану ради Егиза. Поскольку давление, которое Синан оказывает на Хазан, возрастает, ему не требуется много времени, чтобы понять, что Хазан не потеряла память. В то время как Хазан, которой угрожает правда, вынуждена поклониться Синану, чтобы не потерять Егиза, Егиз преследует Джемаля Йылдыза, тайно от всех убежденный, что его отец скрывает Керими. Кудрёт, загнавший Есимин в угол и завоевавший доверие Гикхана своим тщательно продуманным планом, представляет большую опасность для егеменов. Не выдержав боли Хазан, Фазилет вступает в опасную игру. В то время как материнский инстинкт бросает Фазилет в объятия Есимин, единственная надежда Есимин – это Фазилет. Когда Синан, тщательно разрабатывающий свой ненавистный план мести, сталкивается с документом о предательстве своего брата, игра становится сложнее, а Егиз приближается к разгадке тайны, сотканной вокруг него. Фазилет, которая видит перед собой Кудрета, когда она меньше всего этого ожидает, придется столкнуться со своим прошлым. Игра мести Синана утомляет всех. С помощью лжи о потере памяти Синан делает первые шаги в игре мести, последствия которой будут разрушительными для всех. Ситуация Синана снова ставит Хазима лицом к лицу с Егизом и Хазан. В то время как Егиз вынужден снова ранить Хазан ради своего брата, целью Синана является не только Хазан, но и Фазилет. Кратковременная неосторожность Хазима, подавленного давлением Керими, который хочет увидеть Синана, заставляет Егиза изо всех сил преследовать Керими. Пока Егиз шаг за шагом идет к большой истине, Фазилет, которой приходится подчиниться угрозе Синана, оказывается частью планов Синана, не подозревая, что он бросил ее дочь в огонь собственными руками. Несчастный случай с Синаном переворачивает всех с ног на голову. Ужасная авария Синана переворачивает семью Егемин с ног на голову. В то время как вся семья раздирается критическим состоянием Синана, пощечина Хазима Егизу на глазах у всех становится поворотным моментом как для отца, так и для сына и Хазан. Керими узнает об аварии и успевает добраться до больницы, создавая хаос. Снова противостояние Хазима и Фазилет из-за Керими завязывает новый узел великой тайны. Хотя шаг, предпринятый Хазан и Егиз в самый неожиданный момент, раскрывает некоторые тайны, страшное ожидание чревато новыми тайнами. Хазан полна решимости не уходить, Егиз полон решимости не говорить «стоп». Узнав о чувствах Хазан, Синан превращается в шальную мину, которая никогда не знает, где взорвется. Егизу и Хазан удается остановить свои сердца и попрощаться.
Хазан полна решимости идти, Йигыс полон решимости не говорить «стоп». В то время как неослабевающий гнев Синана становится опасным, реакция Хазима на Йигыза, который беспокоится о своем сыне, становится для Йигыза переломным моментом. Йигыс прислушивается к своему сердцу и делает большой шаг навстречу Хазан. Прощальный день Хазан превращается в единственный день, когда для влюбленных отбрасываются запреты. С другой стороны, Идже, которая предпринимает действия по разводу, получает очень тяжелый удар от Ясина, который узнает тайну ее жизни. В то время как ситуация в отношениях обеих дочерей впервые выходит из-под контроля Фазилет, плохие новости от Синан переворачивают все с ног на голову. Круг сужается для Йигыза и Хазан. Хотя Йигыз и Хазан не знают, что делать под влиянием переживаемого ими момента, их равновесие полностью нарушается с приходом Синана. Поскольку эмоциональное давление на них возрастает, Хазан полна решимости похоронить свои чувства в сердце и оставить все позади. Пока Идже пыталась решить, какой шаг сделать на пути к разводу с предложением Хазима, внезапная смерть Шукрии полностью опустошила Ясина. В то время как Фазилет, охотящаяся за письмом Шукрии, сосредотачивает все свое внимание на фронте Идже и Ясина, она расстроена решением Хазана отправиться в Германию. В то время как Исин, который находит письмо своей матери, несмотря на все планы Фазилет, наконец сталкивается с реальностью своей жизни, реакция Фазилет, которая не может смириться с тем, что ее дочь уйдет из-за Йигыза, создает замешательство. Круг для Йигыза и Хазан сужается, когда Нил получает аудиозапись, на которой Хазан признается в своих чувствах. Пытаясь спастись друг от друга от давления на них и бури в сердце, влюбленные попадают в конфронтацию, которой не готовы. Хазан находится на пороге трудного решения. Шокирующие предложения руки и сердца Синана становятся бомбой, которая взрывается в сердцах Хазан и Йигыза. Хазан, внезапно обнаружившая кольцо на своем пальце, выходит из-за стола с реакцией, которая шокирует Синан, но Фазилет не соглашается, чтобы Хазан сняла кольцо с ее пальца. Хазан, загнанная в угол угрозами Фазилет, беспомощна. В то время как Хазан и Йигыз переживают эмоциональное опустошение, Идже и Йисин, которые в конце концов поддались эмоциям, находятся в процессе принятия важного решения в своей жизни. В то время как стремление Синана и Хазан к браку снова ставит Идже лицом к лицу с ее матерью, чувства между Хазан и Йигыз вызывают новый кризис между Хазымом и Идже. Хотя Фазилет считает, что она направила Хазан на свой путь, ситуация усложняется, когда Хазан расстается с Синаном, несмотря на все давление. Неспособность Синана смириться с разлукой предвещает грядущие большие события. В то время как Идже, застрявшая между любовью к Ясину и преданностью Хазиму, удивлена неожиданным шагом, предпринятым Хазимом, Йисин сталкивается с самой большой истиной своей.